1 по 31 марта в Кишиневе приостановят движение транспорта по участку улицы Иона Крянга от улицы Белинского до улицы Кока, за исключением движения общественного транспорта, который едет в сторону улицы Алба Юлия. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева. Как уточнили в мэрии, с 1 марта на этом участке начнут прокладывать канализацию. В связи с этим изменятся маршруты некоторых троллейбусов, автобусов и маршрутных такси. Так, троллейбусы номер 1, 21, 22 и 27 в сторону центра будут сворачивать с улицы Крянга на Белинского, а затем проследуют на улицу Лупу, Стери, Щусева и далее по своему маршруту. Кроме того, изменится маршрут автобуса номер 11, улица Владимиреску, Дурлеште, Крянга, Белинского, Пелеван, Алба Юлия, Крянга, Владимиреску и далее по привычному маршруту. Автобус номер 26 в сторону центра города будет сворачивать с улицы Крянга на Белинского, а затем на Лупу, Стери, Щусева, бульвар Стефана Челмари и далее по привычному маршруту. Маршрутные такси номер 101, 121, 125, 172 и 174 в сторону центра города будут сворачивать с улицы Крянга на Белинского, а после на улице Раду, Кока, Крянга и далее по своему маршруту. Микроавтобус номер 103 в сторону центра города будет ездить по улице Белинского, Никулчи, Кока, Крянга и далее по привычному пути. Столичные власти просят извинения за временное неудобство и призывают водителей объезжать этот участок и соблюдать временные знаки дорожного движения, чтобы не создавать пробки.